Сегодня Тюмень превратилась в одну большую праздничную площадку. В эту субботу развлечения по вкусу найдутся для каждого. Наша съемочная группа проехала по городу. Анна Княжева знает, куда стоит сегодня заглянуть. Ключ от города как главный символ праздника. Его изготовил деревянных дел мастер Святослав Шитов. И он же торжественно передал ключ в руки горожан. Тюмень – это ключевой город Сибири. Сакральное значение ключа отразилось в его плановой застройке. Он даже собой напоминает ключ. От городской администрации ключ отправился на главную площадку Дня города на площадь 400-летия Тюмени. А всего в городе сегодня работает более 20 праздничных локаций. На улице Дзержинского уже по традиции развернули свои палатки ремесленники. Тюмень мастеровая для тех, кто хочет знать больше об истории родного города. Главное, что здесь есть место для всех, для любого человека, где бы он, во-первых, откуда бы ни приехал, любого возраста, потому что здесь тихо, спокойно, ну вот как в деревне. Здесь можно научиться плести венки из полевых трав, управляться с коромыслом, ковать монеты и вообще попробовать то, чего уже давно никто не делает вручную. Я откуп ковер, и это очень интересная работа. Аккуратнее, аккуратнее. Здесь не главное не быстро, а главное, чтобы оно перетиралось. И чем больше оно перетирается, тем оно получается меньше и лучше. Я не знаю, как раньше так делали, но это интересно, на самом деле, получается все. На перекрестке улиц Дзержинского и Хохрякова устроили хоровод. Здесь же разместилась вотчина конька-горбунка. Это место сразу облюбовали малыши и их родители. В роли конька-горбунка сегодня спортивный пони-скипер. Ему больше 10 лет, и основная задача скипера сегодня – просто радовать детей. Похоже, с этой задачей и скипер, и другие участники праздника справились. Очень понравилось. И сегодня нам понравилось больше всего, это, конечно, в этом уголке. Для деток хорошо, да? Мы посмотрели все, везде и всюду побывали, попробовали вкусного хлеба. Спасибо огромное за организацию праздника. Все очень красиво, и деткам нравится прыгать на сене. И пришли еще купить вкусный хлеб. Хлебный базар расположился поблизости на улице Хохрякова. Но кроме мучных изделий, здесь можно купить мед, ягоды и настоящий, приготовленный по традиционным рецептам, сбитень. Ядреный. На вкус такой необычный, честно говоря. Вода, мед, имбирь, специи и наши русские травы сибирские. Вот здесь вот такой вот у нас темненький. Это здесь мужские все травы, иван-чай преобладает. А вот здесь вот женские травы. Лобозник, донник, клевер, энергетик природный. Да, дух поднимается. Народные гуляния продлятся до 8 вечера. Анна Княжева, Максим Плюхин, «Тюменское время».